Вы двое на главный вход. Смотрите в оба. Не пропускать никого. Вы страхуйте дверь коридора. Мистер Бёрд. Да, сэр. Хорошо. Дозвонитесь Андерсону, пусть приедет. Ничего ему не объясняйте. Просто приведите сюда. Мистер Андерсон, стойте! Остановитесь, мистер Андерсон! Дьяволу! Я приказываю вам остановиться! Мы же не убийцы! Именно этим мы отличаемся от них! Отличаешься этим только ты! Но вы ничуть не хуже меня! Вранья! А что случится, если я порешу одного или двух ублюдков? Ведь ты хочешь весь мир перекроить! Верно, я это и делаю! Ты просто самонадеянный глупец! И ты это делаешь! Этим я займусь только сейчас! Не будьте ослом, хотите все испортить, потому что спутались со свидетельницей. Ах, ты гаденыш. Дерьмо ты, Орд, если не можешь на курок нажать. Если ты меня не выслушаешь, я тебя пристрелю. Пристрели, молокосос. Отпусти. Отпусти. Теперь мы их возьмем. Всех сразу. Тебе не справиться. Ты научишь меня. Кишка у тебя танка. Нет, не танка. Правила игры у нас другие. Что, ты не пойму, о чем речь? Допустимы любые методы, только бы расколоть эту банду. Ты сам это решил? Или тебе подсказали? Все вместе. Значит, мои методы? Да, твои. И команда моя. Тебе виднее, Андерсон. Хорошо. Дай мне минуту. Он мог бы меня кокнуть? Вот да, сэр. Кишка у мерзавца в порядке. Не забудем и тех, кто искренне хотел нам помочь, кто отдал свои жизни за свободу нашего народа. Мы скорбим о белых мальчиках вместе с их матерями. Но мы здесь, в Миссисипи, на своей земле даже не можем похоронить двух белых ребят и чернокожего на одном кладбище. Поэтому в моем сердце нет больше любви. В моем сердце остался лишь гнев. И я хочу, чтобы ваши сердца наполнились этим гневом. Я устал. Устал смертельно. И хочу, чтобы смертельно устали и вы. Я смертельно устал ходить на похороны черных, которых безнаказанно убивают белые. Я устал. Устал смертельно от тех людей, которые потворствуют этому беззаконию. Что есть неотъемлемые права, если ты негр? Что есть равенство перед законом, если ты негр? Что значит свобода и справедливость, если ты негр? А сейчас я прошу этих людей посмотреть на лицо юноши. Этот юноша черный. Но пролитая им кровь красного цвета, такая же, как и у всех белых, в точности такая же!